Команда «Авангард» 16, Нуралиев, 2, Петриченко, 32, Сафаров, 78, Волков, 42, Мишин, 28, Гаврик, 22, Льянов, 13, Подмарев, 12, Середов. Основной состав команды «Кунцова» 35, Воронов, 5, Подков, 57, Сарапов, 25, Гагун, 12, Исхаков, 10, Огломлин, 4, Осипов, 7, Пирогов, 17 Скитихин, 23 Ткачук, 78 Раскатов. Начинается у нас вторая игра сегодняшнего пятого тура зимнего первенства Москвы 2024 года среди команд второй лиги, среди школ футбольных второй лиги. Сейчас будет играть, начинает игру 2007 год. Раскатов. Ну, составы команд вы слышали. Степан Раскатов сбрасывает на Царапова. Царапов проходит на лицевую и забрасывает. Кто-то там должен был быть, но рука явная, судья. Судья не разобрался, чья была рука. Штрафной будет. Сейчас будет штрафной. Значит, седьмой год у нас в красной форме Кунцева, в черных футболках. Ребята, хозяева сегодня номинальные «Авангард» на нашем стадионе. Так, почему сложилось, не знаю, но не первый раз уже это у нас происходит, поэтому не думаю, что это для кого-то неприемлемо, недопустимо. Ну что ж, мы в любом случае на своем стадионе, дома и стены помогают. Так, дождемся сейчас штрафного. Штрафного, кто там будет у нас? Это у нас Осипов, по-моему, Алишер. Стоит у мяча. Каждый своего, еще раз! Мяч не смотрим, игрока смотрим! Долгая подготовка. Подбор. За кем? Ах ты! Нет, хорошо, нет, нет. Хорошо! Хорошо! Жаль, конечно, что ну, мяч уже был за пределами поля, а так вообще там нарушение тянуло на пенальти. А уже сыграна была одна игра сегодня. Вот так вот распределились сегодняшние матчи. Начинался матч с ребят 2008 года. Выиграли они 4-0, и в принципе результат не удивителен для нас. Ой-ой-ой, точнее, ох ты, сейчас бы поточнее чуть-чуть. Фаил. Фаил в ауте его, хорошо. Пусть будет в ауте. Нет, Скитихин не хочет упускать. Борется. Фаил ставит на Оглоблина. Оглоблин в разрез на Царапова. Царапов добирается до мяча. Добирается. Добирает. Нет, 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 нет. Аккуратно. Не фалить, не бить. Не... Егор! Егор! Передачи в ногу все!
Не надо в зону давать! Попков резко! Царапов вдвоем. Зачем? Зачем вдвоем? Зачем вы вдвоем? Ну зачем вы вдвоем-то бежали, ребят? И Фаил, ты центральный защитник, страхуй зону. Царапов, если бы даже и догнал, кому ему отдавать между вами метр? Зачем тебе бежать туда, где не будет перепаса, не будет ответного паса? Вне игры. Ассистент главного тренера зафиксировал положение вне игры. Свободный удар. Наши команды, сегодняшние соперники, почти на полярных находятся позициях. Мы на втором месте Кунцева. Авангард на седьмом, на последнем. Аут. Правда, у школы «Авангард» на одну игру меньше, но за счет того, что у нас нечетное количество команд в нашей группе «Г». Вот. Поэтому они пропустили один из туров. Кстати, то же самое ждет и нас. Осторожно, Пирогова там толкали. Попков. Ой-ой-ой, осторожно. Тачук сейчас сохранили. Молодцы. Наш аут. И Гагун, и Скитихин бегут к мячу. Оставляет Скитихин мяч Эрнесту. Эрнест ему же избрасывает из аута. Судья сливается со своей оранжевой формой с игроками Кунцева, что немножко смущает, я думаю, не только меня. Вратарю сбрасывает защитник. А вратарь на Царапова. Царапов в борьбе там. Ах ты, аккуратнее зацепиться бы. Зацепиться бы. Ниже! Ну вот так же потерял, так же и забрал. Брось, брось! Хорош, Царапов переложил. Алло, Егор! И он же догоняет, обгоняет, забирает и обыгрывает. Ах ты, угловой. А угловые у нас всегда подают кто? По-моему, сам же Царапов сейчас и будет подавать его. Сейчас после углового я закончу рассказ про... Эх ты, не добрался никто. Никто не добрался. Оглоблен. Осипов. Отборол, молодец. Пирогов. Вот о чем я говорил. Вот о чем я говорил. Спасает, спасает. Спасает сейчас защитник после удара с острого угла. И угловой. И угловой. Так, ну я закончу, значит, историю после очередного углового рассказ. Попков высокий головой достает, но просто прострел получился. Делай длину, делай туда! Бля, что ж такое-то, а? Бог, вы что, глухие, что ли? Ловлен. Ох, не точно, надо было чуть-чуть вырезать чередой вне игры. Люта, Лют! Илья, смотри, делайте в одно туда, не надо мучиться. Вы будете мучиться. Закончите, дайте мне, пожалуйста, историю про восьмой год, который первый тайм отыграл с преимуществом своим прекрасным, хорошим. 1-0, правда, всего-навсего. А, во втором было 5 замен во втором тайме. Сразу, вернее, в перерыве было 5 замен. Цеплял руками. Да, цеплял, цеплял за Алишера защитник. И вкратце, значит, незабитый пенальти при счете 2-0 в нашу пользу.
перевернул полностью игру, и мы выиграли 4-0. Стоит отметить, что хет-трик был у игрока, вышедшего в перерыве. После перерыва на замену вышел у нас там Денис Дмитриев. И он оформил хет-трик. Ой-ой, Царапов. Есть! Нет, вне игры. Вне игры засветили. Паш, Паш! На кого? Длинный побежали. Убираем от своих. Видишь, мы не выходим. Скитихин перехват. Эрнест. Переброс через всю штрафную, попытался на Раскатова. Царапов в подбор. Еще, Волк, не фали! Не фали! Еще один рубеж. Пошли! И все, вышел бы один на один. Сейчас Царапов. Но Волк, и именно на последнем рубеже его и прервали. Все, Леша! Ткачук, опять он же. В мяч игра, чисто в мяч был, никаких фолу. Ох, Тосипов, перехват, здорово! Сам просит тренер. Ах, сильно. Ой, сильно не догонит. Не догонит. Догнал Артем. И выбивает из-под руки вратаря в аут защитник. О, в угловой. Разыграли сейчас быстренько с Кикихин и Пирогов. Выходи, Кирилл, выходи. Не пали только. Царапов. Хорошо разобрался Матвей. И вот, наконец-то. Вот сейчас будет засчитано. Вот сейчас будет защита нас. Хитихин, на 1-0. Зачем ты на ближний? На левом фланге, справа игрок на ближний. Куда ты так бегаешь? 1-0. На 10-й минуте. Великолепный просто, великолепнейший прострел Царапова Матвея. Подача, даже не прострел, это была подача, которую он сам себе, кстати, подготовил после обыгрыша на фланге левого защитника. Наш правый защитник, кстати, обратите внимание, подает великолепную подачу на дальний угол вратарской, где Скитихин такие не упускает. Костя замерз, бедолага, а ну-ка возьми погрейся, возьми-ка погрейся. Давай, давай, расставляемся, иди рукой, да? Все, встали, шире, широко. Путевой, Дима, проси, дай. Пирогов засылает, засылает Скитихина, но слабовато. И вратарю опять выносит. Правый защитник возвращает. Но перехват будет? Нет, не будет у Гагуна. Но его зацепили, по-моему, сзади. И аут будет все равно наш. Если по статистике я... начинал говорить, что мы на втором, авангард на седьмом месте, то нюансы я не уточнил. У нас, правда, на одну игру больше, да, я уже говорил. Ой, перехват. Фаил не пускать, Фаил не пускать. Плечо в плечо. И наш аут будет. Кунцева 4 игры, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи 9 забили, 5 пропустили, 7 очков. У авангарда 3 игры, 3 поражения, 0 забили, 11 пропустили, соответственно 0 очков. А вот такая статистическая раскладка. Потом мы еще вернемся, тут будут моменты интересные. Не точно, Артем, не точно. Фаил. Царапов ставит на Раскатов, на Царапова, а Царапов в центр. Рука явная. Зачем-то стал доигрывать до конца. Вот для чего. Олеше Рай не попал. Но там рука была далеко отставлена от тела. И можно было свистнуть на штрафной. Не обязательно пенальти, потому что все-таки рука увеличила площадь тела. И мяч не проскочил дальше на нашего игрока. Царапов потерял свою позицию. Фаил Исхаков подстраховал. Давай, давай, давай.
Осипов. Нельзя, 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 нельзя. Сейчас будет засветит. Нет, да, засветил. Судья явно вне игры, было заметно, что вне игры. Контроль! Вели мяч. Футболисты «Авангарда». Качук в аут. Контроль! Контроль! Я чудов на себе! Осипов. Засылай, засылай. Ах ты, здорово задумал. Получилось, был бы шедевр. Скитихин, он не прошла. Передача, Оглоблин добрался, зато здесь Попков. Вне игры явно, 100%. 100% вне игры. Ближе, Леш! Осипов потерян, но мяч подбирает Царапов, и вратарь зачем-то вторым касанием решил мяч забрать, что очень-очень опасно и чревато. Давай. Лёш, налево, Лёш! Подскользнулся Оглоблин. Контроль! Потеря. Быстрей! Качук, Женя. Осипов. И добивает. Добивает Царапов! 2-0, отлично! Волк, поменяйся, Лёх, Волк. Лёша, Фангу, поменяйся. Прекрасно, прекрасно. Идите! Быстрее, в центр! Прямо в центре все потеряли. Егор, Паша, и вы ни разу не принять, не отдать своему. Два ноль Кунцева ведет, 2007 год. Забил. Степан Раскатов. Но если мы разговариваем про бомбардиров, есть у меня и по бомбардирам небольшая, значит, статистика. У 2007 года за первый и второй состав у нас после четырех туров, ну мы сейчас это тоже приплюсуем, по два гола забили Осипов, Скитихин и Царапов. Кстати, сейчас получается у Скитихина и Царапова уже по три гола. Вот. И по голу забили Гагун, Метин, Пальмов. Это за оба состава. Но я вам хочу сказать, что может быть статистика не до конца корректна и точна, потому что выписывал я ее. Ух ты! Кто поможет? Кто поможет? А зачем помогать, если мы сами справимся? Здорово, Пирогов! Потому что статистика может быть ошибочна в некоторых нюансах. Не все могут быть игроки. Ой, как здорово Степан выдает! Если бы сейчас поверил в это, Осипов и аут на дальнем фланге. Гагун. Скитихин. Пирогов. Исхаков. Царапов. Очередная радиоуправляемая. Попов. Попков, извините. Влад идет. Забил он в последнем туре за Ю-19 ничейный гол на последних секундах. Угловой. Попков у нас не зря подключается. Мы знаем, что он может забивать. Угловой. Царапов у мяча. Очень неудачно. Ах ты, боже мой. Главное, чтобы без травм поскользнулся и упал. Мы знаем, что он подавать умеет. Сейчас просто неудачно поскользнулся. Так, в беседе с вами у нас выясняется, что первая половина первого тайма пройдена. И пошла на убыль теперь вторая половина тайма. Мы знаем, что в зимнем первенстве игроки... чтобы не заболели, не замерзли, играют всего по 30 минут. Ох ты, прорыв какой-то, а? Вот это прорыв.
Здорово, Пирогов. Вот это да. Без фола. Чисто. Царапов ставит. Отдайте центр быстрее. А Гоблин. Гоблин. Аут. Авангард. Отворот. Разыграли. Попков на Царапова. По флангу Царапов засылает Оглоблина. Оглоблин теряет. Попков страхует. Вне игры явно, да, Степан забрался. Ну, будучи спиной в зону, где вот ты должен смотреть на защитников, конечно же, ты не мудрено потеряться и не увидеть по линию. Ох, Степан ошибается, но подстраховал здорово Гагун. Эрнеста выдавили. Вышли. 10 минут до перерыва. 2-0 ведем. Пока все очень даже неплохо складывается. Потеря. Упустил. Ой, Глобленный забрался. Царапов. Выдает не точно, чуть-чуть задумал хорошо, показывал ему Осипов, куда дать. Но прочитал защитник, перехватил-то. Теперь мяч уже у нашего защитника, у Попкова. Отдает на Воронова на Константина. Константин ставит просто 12-му защитнику. Ой, нападающему, но наш 12-й номер защитника. Схаков Фаил успевает раньше. Два 12-х сошлись. Наш оказался быстрее и продуктивнее. Да. Костя, действительно, ты поспешил. Ну, сейчас бери его и все, спокойненько. Вот о чем я говорю, ребятки. Не надейтесь на то, что вы можете резко остановиться или резко ускориться, резко стартануть, резко сделать какой-то финт. С таким полем надо очень просчитывать все. Оглавлен. Осипов. Осипов под левую. И вновь вратарь мягенько останавливает, но только вторым пасом, по вторым касанием забирает мяч. Костя берет спокойно в руки. Да. Все нормально, все грамотно, все так, как и должно быть. Артем еще раз. Артем накрывал, не получил. Гагун перехватил. Но также перехватил и 13 номер у авангарда. Хорошо, Лютик. РНС поставь Пирогову. Пирогову. Нет, сам идет. По бровочке. Ух ты, явный фол. Явный фол. За руку цепляли Осипова. Не достать. Достал Пирогов. Но потеря в любом случае, потому что никто не подстраховал, а защитник был ближе. И вот он аут. Аут. Кунцева. Ячук оставляет Эрнесту. Гагун воет на Глоблина. На второго номера авангарда, который выбивает уже на своей половине в аут.
И Осипов забрасывает его. Нет, просто сбрасывает на Пирогова. Подков. Плохая обработка. Исхаков. Исхаков. Царапов вовремя вернулся, подстраховал. Вынес на Пирогова. Ребята, такие контратаки, как потерянные, так и приобретенные, это не совсем хорошо. Отворот. Исхаков мяча будет вводить прямым ударом, ни в каких розыгрышей. Оглоблин не зацепился. Вот сейчас Оглоблин зацепился. И засылает по центральной зоне на Пирогова. Пирогов не обработал. Вратарь первый на мяче. Ай, Оглоблин поскользнулся. Лёш сам, дядь. Молодец, контроль нужен. Под него. Всё, Куба, хорош. Хороший Куб, хорош, молодец. Здорово, всё, Лёш, тоже. Фол или вне игры, я не пойму, что засветил боковой арбитр, ассистент арбитра. Так, Осипов. Какой перепас. Ему же надо было поставить. Ой-ой-ой-ой, вратарь. В голову мяч попадает. Встает вроде бы. Ой, как опасно. Алишер, я считаю, что сейчас надо было возвращать на... Это кто у нас там был? Качук? Женя, это было бы красиво, это было бы очень красиво. Это было бы умно по-футбольному. Снайдер выстрелил. Лёв, передачку закрывай, Лёв. Не ныряй, Лёв, не ныряй. Лёша, Сарапов. Молодец. Ух ты, как получилось-то. Выдвигайся, Кирилл, выдвигайся. Сарапов. Слетел мяч у него с ноги. Подсказ, Нура, подсказ! Ой, вот. Степан, спешишь, зачем? Ну и тот парень тоже зря, кстати. Расставляемся! Пенальти, Царапов зарабатывает пенальти. За 3,5 минуты, ну, за 4. Царапов хочет сам, что ли? Нет, забирает Осипов. Забирает Осипов или ставит. Он отдает его Пирогову. Пирогову Диме. Дима Пирогов. Ну-ка. После этого пенальти посмотрим, что нам делать. Давай, качай! Поздравлять тебя с голом и днем рождения. Или поздравлять Лизу, тебя смотри, только с днем рождения. Качай, Нура, качай! Пирогов, Дима, номер 7. Давай, не стой, работай, качай его, пробуй! Левый угол, смотри, пошли. Внимательно отскок, парни, поверим, забегать! Давай, Нура, давай! Пирогов Дима. Судья разрешает. Есть! Наши поздравления Диме Пирогову номер 7. Сегодня у него день рождения. Дорогой ты наш друг. Наши поздравления искреннейшие и с голом, и с днем рождения. Здоровья тебе, удачи. Как можно больше успехов в футболе, голов хороших и без травм, дорогой наш друг, с днем рождения. Отлично, 3-0 за 2 минуты до перерыва, просто прекрасный результат.
Хочу еще сказать, что у нас у Пальмова Степана день рождения был 15 числа. И также искренне от души с уважением поздравляем Степана. Желаем ему хороших результатов спортивных, красивых голов, красивых результатов. Ох, как пошел Царапов! Ох, как пошел Царапов! Вот это Царапов проходит! Кстати, надо запомнить этот момент. У него по правому флангу такие проходы заканчиваются как минимум, как сейчас, да, ударом по воротам. А как максимум голом, ну и как в предыдущем моменте, заработанным пенальти. Царапов хотел забить. Вот. Пальмов, еще раз поздравляем тебя, Степан, с днем рождения. Здоровья, счастья. Любви не желаю. В вашем возрасте любовь — это как само собой разумеющееся. Тем более все молодые, красивые, симпатичные, здоровые, спортивные. Удачи, удачи и без травм. С днем рождения, дорогие мои друзья. Проходит, проходит, проходит. В штрафную заходит. И Степан не ждал. Ай, какой проход был у Осипова. А Степан не ждал. Почему же он не ждет такие пасы? Расскажите мне, пожалуйста. Оглоблен. Через мяч было сыграно. Угловой, угловой. Угловой. На последних секундах зарабатывает Оглоблен угловой. Царапов у мяча. И все, дорогие друзья, перерыв. 3-0. Великолепная игра нашей команды в первом тайме. Позволяет уходить со спокойной душой на перерыв. И со счетом 3-0. Перерыв. Начинается теперь наши ворота справа. Ворота, в которые будем забивать, находятся слева. Гагун. Руками толкнул. Да-да-да, Эрнест нарушил. Нарушил, тут спорить не будем. Нарушение судья зафиксировал. И по катящемуся мячу. И по катящемуся мячу. Детский сад. Ребята, это явно было видно. Они позицию займут. Солдат, великолепный первый тайм провела команда 2007 года против Авангарда, я про Кунцева говорю. И просто не нарадуюсь игре нашей защиты, благодаря которой у нас как минимум забито 2 гола. Царапов зарабатывает пенальти, и Царапов же перед этим пенальти отдал великолепную передачу на Скитихина, который забил второй гол в матче нашей команды. Толчок в спину. Судья молчит. Осипов. Пирогов идет, идет, идет. Да хорошо идет. Теперь наша половина для нападения. Ой, какую пасулю выдает пяточкой, но... Но не добирается до мяча. Ткачук в спину толкнули его. Царапов. В мяч, мяч было сыграно чисто в мяч. И наш аут. Хорош проход был у Царапова. Только что я его хвалил за эти его проходы, за эти его передачи, за эти заработанные пенальти. Кто добивает? А Пирогов не попадает в дальний угол. А в ближнем стояли аж 2 защитника. В ближнем стояли за Осипов. Это далеко не точно. И будет от ворот удар.
Качук. Два Завков. Оглоблен. Играй еще, колючий, играй! Играй, Коль, играй, играй, дед! Прием нужен, прием! Подков, серединку. Скитихин один. Ой, как хорошо-то, если доберется Степан. Хорош, Степан! И сам же доберется теперь его сдя. Вот, а нет, аут будет. Не будет ни аут, а Степан в сугробе. Но вы смотрите, сколько страсти, смотрите, сколько желания, смотрите, сколько возможностей, оказывается, у нашего Степана. Такой не маленький, казалось бы. И нет, даже не фали. Ну не фали. Ну зачем? Ну явно. Ну Ай. Сарапов Матвей, фол. В атаке. И эти эпитеты мы озвучиваем для правого защитника. Сарапов Матвей, фол в атаке. А еще интереснее, знаете что? Защитник номер 67, Матвей Сарапов, фолит в атаке. В чужой штрафной. Вот так-то. А сейчас за это и желтую можно заработать. Вот за это, конечно, Ой, Матвей, ты аккуратнее, пожалуйста. Сарапов. Ой, хорошо, чисто, нет ни игры, нет ни игры. Ах ты, не обработал нормально, не получилась обработка у Осипова. Борьба продолжается. Вот, кстати, поздравления наши были уже озвучены для Пальмова Степана номер 8. Он сейчас зайдет в игру. Два дня назад у него день рождения было. И Метлин Миша. Метлин Миша заходит у нас. 71 номер. Уходит Раскатов Степан. Автор одного гола. Первого, по-моему, да, первый гол завел. И уходит Ткачук Женя. Миша Метлин. На левый фланг. Далеко сейчас опять за зону пойдет. Ниже чуть сядь. Вот прессинг Скитихина Артема привел к тому, что выбивает правый защитник просто его абы куда, в аут недалеко от нашей операторской студии. Мяч куда-то далеко улетел, вы помните, красный мяч был до этого, а этот еще и порванный. Судья просит вернуть нормальный мяч. Естественно, этим мячом разрешает играть. Тоже непонятное решение по поводу красного мяча. Поле зеленое, газон. Не по снегу играем, вроде бы хорошо все видно. Единственное, что красные мячи, у них может быть какая-то другая там прошивка, кожа именно чисто для зимы. Скитихин. Царапов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, что творит Царапов, а? И рука была, судья молчит. Пальмов.
Сарапов подбирает мяч. Нет, не подбирает, пятки сбрасывает, не вынужденно, не, вернее, вынужденно. Кто зайдет, Сарап? Оп! Иди, Миша. Давай, да! Ребята, движение! И угловой. Давай. И подарок делает нам вратарь авангарда, угловой. Китихину мячом. Подача. И опять Артем же сейчас будет подавать. Да, проходит штрафную. И еще один угловой, он же будет подавать. Китихин. Ой, подскользнулся, упал. Хотел сознание, очнулся. А здесь аут. Ой, молодцы, но чуть-чуть недоработано. Сарапов. Хорошая стеночка. Ну не надо, Матвей. Там нога на месте, там не то что открытого, даже закрытого перелома нет. Все нормально, я надеюсь, Матвеем. Газон, конечно же, не очень мягкий, и может быть он просто бедром ударился при падении. Это больно, да, это очень больно. Яр, мяч, дай туда. Поменяй мяч. Давай сюда. Давай, мяч сюда. Подача, а что так близко стенка стояла, вообще не понимаю. Ой, сняли с головы у Пальмова. Стенка, ну, очень близко стояла, не знаю, никто на это не обратил внимания, кроме меня, что ли. Пирогов идет на дальний фланг подавать. Нет, разыграют они со Степаном Пальмовым. Тоже именинник, 15 числа, я уже говорил, у него день рождения был. Так, у нас сейчас замена. Будет замена. Давай. Пальма, иди в центр. Чумаков Ричард. Центр, Тима. Меняет автора двух голевых передач, вернее, передачи заработанного пенальти. Сарапова Матвея. Да, все-таки упал он как раз на бок. А там газон не очень мягкий сегодня. Каков разыгрывает с Осиповым. Накрыли удар, да, не хотел произвести. Осипов. Алишер. Уфаила мяч. Отскок удачный для нашей команды. Угловой. Угловой вновь Пирогов бежит к мячу. Пирогов. Оглоблен. Вне игры гол не будет засчитан, вне игры. Замена!
Так, вдруг сейчас войдет у нас 16 номер, новый вратарь у нас Мхитарян. Георгий. Ушел Костя Воронов. Работы у него сегодня практически не было. Надеюсь, что также отстоит без проблем и Георгий. С ней игры пробивает Арангар. Опять херней занимаешься, вместо того, чтобы тут забивать таких игр по 5, по 7. Ты разговариваешь опять. Осипа внушение судья дает. Третьей лиги один гол забил. Перехват оглоблена, аут. Наш сегодняшний соперник, соперник у Кунцева, Авангард, проиграл все, я уже говорил, все три игры, значит, предыдущие. Ой, хорошо, может получиться. Нет, отскок к вратарю ускорился. Значит, проиграл в первом туре Перова 0-1, в смене во втором 0-6. И Домодедово 4-0 на выезде. Хорош, Скитихин, нужно попасть. Вратарь спасает. Сейф вратарский. Хороший, попытка хорошая была у Скитихина. Попов и никого. Где вы есть, а? И никого. Это опять стоят, смотрят. Миша Швидой вырезал. А Глобрин здорово успел, иначе был бы выход один в один. Ильичард, надо было ваут его. А Глобрин прочитал, перехватил и отдает на Осипова. Но не точно, очень не точно. У нас следующая игра с Интером, которая находится на 5-м месте. У них тоже три игры, одна ничья, ноль ничьих. И кто-нибудь добьет там у нас? Нет, вратарь забирает. Одна победа по ничьих, два поражения, 6 забили, 7 пропустили, 3. Три очка всего-навсего, но... Ну а мы со сменой сыграли в первом туре 0-0. Подолью проиграли. Подолью выиграли 3-2. Домодедово проиграли 3-0. И Перово обыграли 6-0. Наши результаты у ребят 2007 года. Ой, неплохо, если бы сейчас Китихин прочитал этот отскок. Паша, по игрокам разбирайте! Скитихин, попытка прессинга. Если мяч укатывается от нашего, то это не прессинг, а сопровождение мяча. А если это попытка забрать, то она почти удалась. И угловой очень далеко выбивает мяч. С этим красным мячом сегодня одни приключения. Одни приключения. Пауза. Аут. Я думаю, угловой это аут у нас. Исхаков. Подкова выдавили, подкова выдавили. Вот это интересно. И на Мхитаряна. Отлично. Спокойно разобрался. Попков. Мхитарян также спокойно. Намедленно. Оглоблен. Немедленно получает отметленно. Осипов, танцы эти, конечно, многое указывают на его техничность, но если они не приводят к продолжению нашей атаки, эти танцы надо немножко дорабатывать.
Ты что, глупый что ли совсем? А, пойму. Классная. Какая задача на мать? Оглоблен. Раз, два. Пирогов ударить можно. Можно, можно ударить и попадает прям в защитника. Пораньше, пораньше. Исхаков. Оставили. Растянули. Страшной. Сам же, наверное, Алишер и будет исполнять этот штрафной. Ну, с глубины зайдите кто-нибудь. Сюда за шиворот один в один. Отдаете на штраф. Действуйте. Стоите, смотрите. Что ждать? Линия атаки стоит. В среднюю линию вбегает. Да, скорее всего, Осипов и будет производить удар. Судья отсчитывает положенные 9 метров 15 сантиметров. Осипов на изготовке. Мы в предвкушении. Ждем свистка. Разрешает судья исполнить этот штрафной. Вот, вот, который раз вратарь отбивает перед собой. В первом тайме было раза 3 или 4. Сейчас уже парочку было. Не добираются наши куршуны до этого мяча. Хотя они должны ждать эту добычу. Ждать. Шагав. Чумаков пошел в обводку, уперся в защитника, и от защитника отлетает мяч в аут. Ой, какая пасулька, если бы сейчас кто-нибудь набегающий там был первым. Отворот. Удивительное дело, на половине поля во втором тайме у нас меньше возможностей забить, чем в первом тайме. И дело в том, что эта половина намного лучше, ровнее и чище от снега и льда. А мы не можем, пальма перехват, а мы не можем никак воплотить преимущество. Хорошую Пальмов оставил на Осипова. Хорошую поставил Пальмов на Осипова. 4-0. Хотел только что вам сказать, что удивительное дело. До сих пор у нас на табло результат первого тайма. Нет, не согласны с этим ни Пальмов, ни Осипов. 4-0. Хорошо. 7,5 минут до окончания матча. 4-0. Прекрасный счет. Пока повторяем счет 8-го года. Думаю, что-то изменится, не изменится за 7 минут. Но этого уже достаточно. Достаточно одной таблетки. Ух ты, Метлин. В противоход ему пошел мяч. Эгов, на Чумакова, Ричард, пробрасывает и упускает. Упускает отсюда, видно, да. Чумаков! Пирогов на грудь. Неудачный ввод был у вратаря. Оставляет мяч Осипову. А теперь оставляет Осипов Пирогову. Пирогов, ты как-то сопротивляешься?
Заблокированный прострел Осипову. Вне игры не будет. Ой-ой-ой, Попков поскользнулся, упал. Но перед этим была чистая игра плечо в плечо. Никаких вопросов. Сзади цепляли, по-моему, Ричарда. Но мяч все-таки от него же и ушел в аут. Бей своих, чтобы чужие боялись, а Глоблин. Можно. Если бы сейчас получился пас, у Скитихина был бы выход один в один. Вот здесь на фланге было совсем один. Артем. Медлен. Прервал опасный проход. И опять все начинается на начало у авангарда. И аж будет аут, кстати, Медлен в борьбе с 13 номером. Зарабатывает аут. Ай, ты не получился. В одно касание хороший пас на Чумакова у Пальмова Степана. Глоблин падает, как не вовремя. Как не вовремя. И забирает мяч Мхитарян. Отлетает от 13-го и в руку попадает, но это не игра рукой, это не игра рукой. Попков в мяч. Скитихин. Долго, долго ждешь. Ой, молодец капитан, как самоотверженно капитан у авангарда, весь мокрый. Ох ты, да. Отворот. Давай, давай, тут, тут, давай к половине. Собирай мяч. Пошли. Вану ближе. Проходит пас? Нет, будет аут. Будет аут. Ой, несогласованность, неразбериха. Попков в перехват, вовремя и аут. Вот первый аут, твой хороший. Щит обзор 2. Вот. И можно, можно сейчас засылать или сам иди. 4 в 3 идем, 4 в 3 идем. Не мешайте друг другу, не мешайте друг другу, ребятки. Отворот. Из сугробов вратарь авангарда добрался с мячом до штрафной и вот будет вводить мяч. Давай, давай, ближе, ближе! Пальма перехват его, ваут. Хорошо! Молодец, Егор!
ой, как опасненько. За минуту до конца. Не надо нам пропускать-то. 4-0 прекрасно, лучший счет-то. Вот сейчас мы повторяем счет первой игры нашего сегодняшнего игрового дня. 4-0. Обыграли 2008 год своих соперников и Пирогуав. И 7-й год обыгрывает на данную секунду, на данный момент. Тоже 4-0. Пирогуав. Аут. Бегун. Перехват. И вратарь спасает, умница. Вот это ж надо, какой сейв. Вот это сейв. Огромные ворота. Да, Алишер, просто на силу туда бил сейчас. Ты просто на силу ударил, а? Ударь в любой другой угол, и все. Низом. Вратарь молодец. Герой сегодняшнего матча у авангарда. Вратарь номер 16. Итак, победа 4-0 прекрасно, но могло быть и лучше. Поздравляю, до новых встреч.